Осторожно, подделка. Сотрудники анапской полиции задержали фальшивомонетчика, который сбывал 5000-ные купюры на рынках и в магазинах города. О подробностях спецоперации нам рассказал оперуполномоченный отдела экономической безопасности Артем Цветков. 22 июня 2016 года, примерно 12 часов 00 минут, гражданин Республики Армения Канетян Самвел Ливонович, находясь на рынке Северный города Анапа, сбыл собственнику одной торговой точки денежную купюру достоинством 5000 рублей, которая впоследствии оказалась фальшивой. По данному факту следственным отделом МВД России по городу Анапе 22 июня возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного в части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Выяснились еще два факта сбыта фальшивых купюр этим же гражданином. При личном осмотре у него были обнаружены поддельные денежные знаки. В настоящее время находится в следственном изоляторе номер 3 Новороссийска. До вынесения приговора суда.